3 глава книги пророка Осии. «И сказал мне Господь: иди еще, и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 серебряников, и за хомер ячменя, и за пол хомера ячменя. И сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без Ефода и Терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью Его в последние дни».